2019 – это год Греции в России, России в Греции. В нашем регионе запланировано много мероприятий. Первое – это церемония открытия. Геленджик принял большое количество греческих общин края. Их приветствовал член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, генеральный консул Греции в Новороссийске, представители региональных общественных организаций греков России, в том числе из Республики Крым, и представители администрации Краснодарского края. Греки во все времена были вместе, были, помогали, любили и решали колоссальные вопросы, которые касались обоих стран. Нас любят, и мы любим тоже Россию. Это наша матушка Россия. Мы бесконечно благодарны и за все. Вы, наверное, знаете, что это первая страна, которая потянула руку помощи грекам. И вот мы, греки, потомки тех беженцев, вот находимся здесь, развиваемся, живем, идем вперед. Россию и Грецию связывает многовековая дружба. Культурные, общественные и религиозные связи наших стран тесно переплетены. В рамках официально объявленного перекрестного года Греции и России на Кубани пройдет фестиваль греческой культуры «Мы вместе», открытый чемпионат патриалкроссу «Дюны Гаргепии», праздник Греции «Ты в сердце моем», международный культурно-спортивный фестиваль «Гермеи». В мае-июне состоятся международные спортивные соревнования в Анапе, а в сентябре там же праздник виноделия «Виноградная лоза». Пройдет уникальный конкурс исполнительского мастерства на греческой скрипке «Серебряная лира». Торжественное закрытие года Греции в России намечено на ноябрь. Возможно, местом проведения станет Сочи. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.